Подготовка хозяйств района к уборке зерновых и зернобобовых культур и заготовка травянистых кормов. Самый актуальный вопрос на сегодняшний день в сельском хозяйстве. Всего площадь, которую необходимо убрать, 17 589 гектаров. Это земли и Норовлянского, и Бунзорского районов. В этом году приоритет отдали по-прежнему кукурузе. Культура засеяна почти 50% площадей. С учетом кукурузы закрома планируют пополнить на 97 800 тонн. Сейчас главное – сохранить урожай. Погода переменчива, затяжная жара, от которой страдали посевы, сменилась ливнями, местами с градом. В некоторых хозяйствах поля сегодня напоминают поля боя. Все покорежено, залито, помято. Это погодный фактор. Сельчане на него повлиять могут мало, а вот мобилизовать и человеческий ресурс механизаторов, комбайнеров, водителей и качественно подготовить технику – это да. Пообещали, что за этим стоять дело не будет. Уберут поля одного хозяйства, технику перекинут в те хозяйства, где работы по уборке будут продолжаться. На перевозку зерна будет привлекаться транспорт обслуживающих и шефских организаций. Ремонтировать технику будет Мозырь Агропромснаб. Подготовлены и зерносушилки, и зернохранилище. Исходя из многолетней практики получения лучших результатов уборки зимних зерновых культур, ожидаемый валовый сбор в сельскохозяйственных организациях Мозырского и Норовлянского района в бункерном весе планируется получить в объеме 44 тысячи тонн. При средней урожайности 25,2 центнера за гектар, включая кукурузу 97 800 тонн. Для получения семенового зерновых колосовых культур в объеме 5 тысяч тонн в хозяйствах района необходимо убрать 2450 гектар семенных посевов, где до этого времени уже проведены видовые и сортовые прополки в полном объеме. А вот кормов с учетом увеличивающегося поголовья надо больше. Травянистая корма и зернофураж, сено, сила, сенаж. Животные зимой не должны испытывать дефицита кормов. Пока расчет заготовленного на одну условную голову позволяет давать оптимистичные прогнозы. Но, несмотря на это, основной задачей хозяйств района является заготовка травянистых кормов с трав второго окоса. По словам специалистов, в текущем году в мозырских хозяйствах имеется все, чтобы убрать урожай зерновых и заготовить корма в сроки с соблюдением регламентов. По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения.